Ахмед Серхат, популярный турецкий телеведущий, продюсер, основатель End Productions. С 1997 года он начал свою музыкальную карьеру в качестве певца и записал хиты с Мартой Лош, Селеной Папаризу, Тамарой Берцетей. А в этом году он выступил от Евровидения, от Сан-Марино. Как было приятно его увидеть, тем более, что Люмо работали с Серхатом в Турции на фестивале «Мегахит» в 2002 году. Love, choose the one that shines a light. Once you are in love,